Народные ансамбли – то, чем всегда гордилась Альметьевская музыкальная школа номер один. Ученики отделения народных инструментов в этот вечер радовали своей игрой родителей и преподавателей. На сцене совсем юные – те, кто делают только первые шаги на большую сцену. Дуэт Валерии Петровой и Ростислава Ильина особенно пришелся по душе зрителям. Аккордеон, домра, балалайка. Их звучание воскрешало и старинные народные мелодии, и произведения классиков. Многие из музыкантов, несмотря на возраст, уже имеют за плечами выступления на республиканском и всероссийском уровнях. Не говоря уже о выпускниках школы. Роман окончил школу в 2012 году. Сейчас продолжает посещать ее, ходит в профориентационный класс. На следующий год собирается поступать в музыкальный колледж. Балалайку любит всем сердцем. Такой инструмент душевный, это передает все чувства, можно сыграть любую вещь. Другая выпускница Резида Фархудинова окончила школу по классу домра, выступала в школьном ансамбле, а теперь в составе студенческого ансамбля «Ялкын» стала лауреатом всероссийских и республиканских конкурсов. С трепетом вспоминаю те дни, которые я провела в музыкальной школе, как я бежала с обычной общеобразовательной школы сразу в музыкальную школу к своим друзьям, в оркестр играть. Это было настолько весело, настолько увлекательно, и предметы всегда проходили очень так разнообразно. Завершился вечер выступлением оркестра народных инструментов музыкальной школы под руководством Альбины Мингуловой. Напомним также, что школе в этом году исполняется 60 лет, так что чествовали в этот вечер и преподаватели школы. Ансамбль педагогов также выступил на сцене. Эдуард Прокопьев, Альметьевск ТВ.